сразу напишу. Не собираться сходить? Ладно, я выхожу. Бегаток Чкуриков. Ой, нет, тихо. Я смогу вообще один ингалит выпуск собрать. Год! Эти девки позаходили в люди. Блин, она сама не заходит, типа. Она не заходит. Я расскажу на всякий случай. Вот тут потом напишу, когда я черт, может, не выходит. Никого нет. Еще раз напишу. Блин, точно. Ладно, надеюсь, они меня послушают. Блин, что-то там у человека не кушается. Не знаю, у меня потушилось. Ой, не послушали.
Джеймс Руин. Ему говорил, don't speak, и все равно. Надо было не слушать, что он спидвей написал. Не знаю, что не пригнали тот спидвей, как бы там это... Нормально там, им было все равно. Ну, они меня не послушали. Ладно, так все нормально. Были сами, короче, виноваты. Ничего себе молоток. Как он значит молоток? Ну ладно. Вдвоем скучно. Еще вот появились портяки. А, вот. Проем хотя бы. Thank you.
сказал собираться по одной таскать. Да не делаем. Ой, бог. Я им говорил, don't spend lane. Понятно. Я им сейчас руину, короче. Я не собираюсь так играть лучше. Я тупо щарую. Это было дело, как я написал, получается, Don't Speed Win, пару майта монету я сделал. Терпеть, поезд. Получилось. Ну, не знаю, я им писал Don't Speed.
Не опты, нафиг руины. О, это челик оп написал крутяк. Блин, тут челик взял рельсы, их не вижу. И ведро воды. Офигеть, он не поставил. Он умный, я бы испугался, но вообще пипец. Это не забрали золото. Нет, акция, что? Не понял. Забрал золото. Здесь что я тут буду стоять? Ну вот это, в это. Нет, серьезно. Он это хочет поставить? Странное решение. Ну ладно. Биом. Куда не узнают, когда новый биом?
Thank you.
Что там, кирка? Это... А, это баг какой-то был, ладно. Так вот, маленькая кирка была. Да, это реально плюс шестеренка дает, офигеть. Не знаю, зачем они хотят взять этот мост. Ну ладно. Ну да, это точно плюс шестеренка. Уже? Ой, это прокачаем. Будем это вкачивать. Блин, а где у нас улучшалки для этих, для шня, который делает рельс? Надеюсь, она нам выпадет. Вот там надо. Я бы дальше не прокладывал. Да я понял, я уже коплю, жду, когда это появится. Понимаю, лол. Офигенно. Ну да, это желательно обрынуть. Какие там дерево добывают?
Нет! Зачем я туда положила случайно? О! Ой, не надо так заранее класть. Что так делают? Нам теперь, наверное, не хватает. А, сейф, ладно. Нам было просто реально очень желательно это вкачать. Ну, раз сейф, так сейф. Чем так далеко реально это стоит? Нужно уже на это наткнуться. Отдай кирку! Ой, какой же он такой вообще. Приходится только 2 сотых за него ходить. У него вообще лагает офигенно. Я спас одну рельсу. Если правильно понял, по заданию у нас должен только один человек пользоваться киркой. Ничего не понял, но ладно. Четыре шестеренка уже круто. Thank you.
5 шестеренок, как много. Ой, я уже вижу конец там. Блин, так хотел бы сейчас скопать, но только один человек может пользоваться киркой. Не, ну, может, конечно, не один, но тогда мы провалим задание, не хочется. Я даже не знаю, финиш или нет. По всему. Я слишком далеко ведро воды поставили. Ничего себе, он мэджик. Реально, куда кирка делась? Это надо вкачать. Ничего себе. Thank you.
Эти там пока стоят. Куда она ведро воды несет? Там нельзя было получить. Странно. Да чё он обратно положил? Ну куда они уж так далеко простроились, если они... А, куда так далеко? Это очень тупо. Не слишком там далеко построились. Что все подорвали? Я забрал камень. Молодец. Вообще что-то шестеренок нет.
О, там золото надо подобрать. Конец хотя бы на шестеренку будет. Кто вышел? Ну вот нафига так делать? Максимально тупо. Не надо так далеко простраиваться. Это мы обязаны прокачать, мы это его еще ни разу не прокачивали. Чекай, что еще напишу. Нормально. Дэйв говорит, челик, который да, построился, не дал вам доработать шестеренки. Сам себе противоречит. Где все? Офигеть. Это далеко. Вон там рельсы насыпали. Thank you.
Ну я так и предполагал, что камни сейчас не есть. Ой, это майнер, то есть. Это было максимально тупым решением, я не ставил, это вообще было максимально тупым. Отлично, идет тушить. Леон не идет тушить. Что он идет делать? Или он пойдет тушить? Подорви его, да-да-да, подорви, подорви. А че он не вернет? Если. Ладно. Да нафига этот майнер, блин. Серьезно? Блин, теперь мы с камнем проблема. Надеюсь, он пойдет камень. Будем пошли камень. Куда он там вообще открылся? Нормальный? Нет, это фигня идея. Он сделал. Ну ладно. Если там прямой. Мы все равно не верим, все хорошо. Прокапывалось. Быстрее. О, отличный выход.
Ну что, тут если он возьмет топовый, то зачем он в майнер положил? Майнер вообще ничего не делает. Интересно, можно тентик собирать поезд? О, круто! Прям это сделал. Не хотел поезд взорвать.
Ну, либо тут проход сделаю. Ну да, тут проход. Короче, через деревья, например. Пусть он пойдет по ту. Там ушел Я думаю, что вот пойти. Вот, нет, вот там вы. Конечно, останутся на него обходные. А, нафига? Почему он это сделал? Я чё, не заберу его? Нет, ты не знаешь. Он, почему? Мать закончила. Надо было зафармить. Я не в тот не нужен. Где топор? А вот топор. Где рельсы ставь? Я путь рублю. Быстрее. Это тоже надо прорубить. Thank you.
походу мы за него снова проиграем, потому что реально когда матч слишком быстро закончил, там было так форма и все плохо. Быстрее! Ну да, он тупой. Если бы он опять же тогда быстро матч не закончил, то мы бы, вероятнее всего, вот, прошли карты несложные. Все нормально. Так что почему я был тупой? Опять не повезло. Вы играли каждый раз, под конец вечно тиммейты тупые. Это, я не знаю, судьба какая-то вообще. Это Спро 55. Да, такое себе. Что мне выпадет? Интересно. Рейдж, ну ладно. Мы еще проиграли из-за того, что нам вечно не выпадал вот этот вот шняга, который типа из дерева камень, камень из дерева. Не понимаю почему. Вот, и зачем нам не выпадало. Ладно, всем спасибо за просмотр. Вечно под конец, и тиммейт оказывается тупыми почти всегда. Вот, ладно, все, всем пока.